Глава Северского района Андрей Дорошевский принял участие в краевом совещании под председательством губернатора Вениамина Кондратьева. В формате видеоконференции обсудили реализацию национальных проектов. Северский район в 2024 году участвует в 4 региональных и 1 федеральном проекте на общую сумму 148,5 миллионов рублей. Один из проектов у нас — формирование комфортной городской среды, это поселок городского типа Ильский. В настоящее время уже подведены итоги конкурса, заключены контракты 1 апреля. В рамках обеспечения инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта у нас будет проводиться капитальный ремонт спортивного комплекса ПГТ «Ефимская». Средства выделены, определен уже подрядчик, приступили к работе. Также мы принимаем участие в оригинальном проекте «Патриотическое воспитание граждан». На основе на оснащение общеобразовательных школ мы выделили 1 миллион 41 тысячу рублей. Также принимаем участие «Культурная среда». Выделено 4,6 миллиона рублей на приобретение музыкальных инструментов для музыкальной школы. Детский сад принимает участие в федеральном проекте «Современная школа». Выделено 3,5 миллиона рублей на консультации психопедагогической методики. Губернатор подчеркнул, что все сроки реализации нацпроектов должны быть строго соблюдены. Ведь речь идет о дополнительных возможностях повышения качества жизни людей.